А сейчас, товарищи, сладкая часть нашего праздника. Где нож? Прошу, товарищ Афанасьев. Нет, нет, нет. Это право хозяйки. Танюш, приступай. Я не умею. Дотя, давай, первый кусочек мужу. Танюш, смелее. Смелее. Ничего страшного. Я сам оступился. Девушка не виновата. Дося, не переживай! Спокойно. Таня, за мной. Товарищ Афанасьев. Товарищ Афанасьев. Лысый, что происходит, да? Эй, маэстро, ты куда? Нельзя! Это совсем маленький! Молодой человек, а ну выйдите! Брысь, сказала! Ты что, слепой стучать нам? Кто это был? Придурок какой-то. Че вы ржете? Вот что ты дернулась? Ты вообще знаешь, сколько оно стоит? Слушай, ну я виновата, он меня за задницу схватил. Кто? Ну кто-кто? Афанасьев. Да ладно. Серьезно? Девчонки, я вам говорю. Что? Французское. Итальянское. О. Я, между прочим, завтра должна была в нем на теплоходе зажигать. Ой, Тань, подожди. Колье. Зацепится. Чего так долго там фотографироваться, пора? Фотографироваться все! Ну иду уже! Давай быстрее, Афанасьев сейчас уезжает. Давай, 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 давай. А вы? Там уже. Мы уходим, уходим. Давай, 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 давай. Уже ж. Там. Что происходит? А что такого? Я что, слепой, что ли? Танцуешь с этим гусем, он тебя лапает нормально вообще? Ну не я же его. Успокойся. Что за фигня? Да все хорошо. Я тебе потом все объясню. Поехали отсюда. Показываю тебе фокус. Внимательно фокус.
Блин, ты что сделала, а? Нравится 22 брюлика. Давай вернемся, скажем, что нашли. Нет, нет, ни в коем случае. Да ты в натуре больная, нас же спалят сразу же. Нет. Дай сюда. Никто не вычислит. Я этим баранам подделку впарила, они в жизни не допрут. И никто нас искать не будет никогда. Куда? Блин, Буратино. Ну что ты как с цепи сорвался, а? Все же просто гениально сделано. Ну? Конечно, все бараны, ты один гений. Ну да, гений. Ты, блин... Короче, нам нельзя вместе. Почему? Потому что ты считаешь, что вот так вот это нормально. Ну как так? Все же кайфово. Вообще ништяк. Ну? Давай скажи еще, что любишь меня. Ну? Скажи, Буратино, я люблю тебя. Ну, а если скажу? Не надо, а то вмажем. Вот дурак. Паша, любовь и деньги лучше, чем просто любовь. Куда ты? Домой. Ну, а как же я? А мотоцикл? Я же не умею. Майонез! Глаза не сотри! Сашка! Сашка, дурак, все Жанке расскажу! Ты что орешь? Я вообще в другую сторону смотрел! Она тебе голову в другую сторону сделает! Ну, па! Здорово! Казанова, Казанова, зови меня так! Мне нравится слово... Казанова, Казанова, зови меня так! Это проще... Что, опять похитили? Тип того. Где был? В Ялте. В санатории? С кем? С этой? С этой. Оторвались? По полной. Паш! Паштет. Ой. Ну я просто не знаю. Да что, совсем нету сердца. Что ты хочешь? Мама. Нет, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы мы с папой, чтобы у нас... Прости, мама. Что, прости? Ой, Боже, сынок. Не обижайся, мама, пожалуйста, прости. А мы к тете Зине. Как тебе мама? Так, может, с нами? Она тебя с рейса не видела. Тогда домой. И чтоб ни ногой, никуда. Бай. Домой иди. Казим рядом. Живой, слава богу. Слышь, там Тёма бесится. Он, короче, добазарился на киностудии насчет записи. Это слинял. Еще, кстати, насчет концерта договорился, так что надо репетировать. Пашечка, там покушать у холодильника. Надо, будем. Короче, слышь, он ее никуда стал в Доме музыки. ГДРовскую, нулячую, по блату. Там аппарат вообще все сам делает. Клавишника у нас нет. Поехали. Куда? Далеко отсюда не видно. Зачем? Слушай, тормоз, что ли? Сам сказал, клавишника нет, за клавишником. А где ты его найдешь-то? По почте выписал.
а потом соло на гитаре. Но я тоже фигачу, и по нарастающей. Бац, тишина, и чисто фоно вступает. Ну и Бэмби такая на флейте. И тут по басам. И все в финале вообще, короче, фигачат. Ну угар по полной идет. Ништяк. Послушать надо. Слушай, да ты приходи и послушаешь. Ну, шо? Не работать. Да ты не боись. Мы тебе эту пятилетку за 3 дня сделаем. Придешь? Слушай, где этот стахановец, а? Майонез! Выходи! Гуманоид! Серьезный мужчина, а валяетесь как подзаборник. И вам доброго утра, Мусечка. Кофе возьмите, бо остынет. Я 2 ложки поклала сахара. Или мало? Годится. Мусечка. Доложите обстановку. Я вам не нанималась. Не было никого. Может, яишенку сделать? Да не надо. И чашку никуда не задевайте. Поставьте на место. Капитан вылезает из рубки и становится с трубкой во рту возле девушки в серенькой юбке. Привет. Валер, мотала тебя судьба. Привет. Здорово. Где пропадал-то? По делам ездила. А? Далеко? В Ялту. Что, одна? Да нет, с греком. А? Гастроли? Ну, ясно. Ну, так. А я тут ночевал. Зачем? Скажи, дурак. Ну что, пойдем отметим? Нет, ведь я устала, еле на ногах стою. Да ладно. Да. Тебе и стоять не надо. Ты лежи себе спокойно, я все сам, все сам. Вить. Что, матросик подменил? Чего? Какой матросик? Да это твой терпило-мученик, с которым ты по Одессе на Эвер иссякала. И, главное, укатила, даже до свидания не сказала. А я дергаю, скучаю. Посылаю хлопцев узнать. Тюа его тоже нет. Ты мне кто, муж? Да не, не муж. Я начальник уголовного розыска. Так что, отметим? Нет. Что, совсем нет? Вообще нет. Все, лавочка закрыта, проваливай. Понял? Тут головы летят. Олег, за мной. Жека с пацанами через подвал. Пленных не брать. Приехала? Конечно. И как? Отлично. Вить!
не думаешь? Ну, а подробности встречи? Встреча была короткой, но страстной. Олега, хочешь жить, не трогай личное. Настроение, иду на грозу. Понял. Но Дикарем труд. А качество, кстати, очень нормальное. Вы не понимаете. Дело в том, что у нас кооператив. Все, можно сказать, в духе новых экономических реформ. На, Катя, держи, давай. А бумаги? Что бумаги? Что бумаги? Будут бумаги. Если к нам обратились в условиях дефицита промышленных товаров, но почему бы не помочь стране? Будут бумаги, едут бумаги. Ну, послушайте, ну вы же не бюрократ какой-то? Я-то? Да нет, шо вы. Это в ОБХСС бюрократы. Да такие нудные, что прямо... Ох. Ну, я думаю, вы их убедите, расскажете про дефицит, за реформы расскажете. Олег, оформляй здесь все. Понял. Товарищ Дульдер, дело в том, что к нам обратились. Такой человек, такие люди. У вас неприятности могут быть. Зоя Аркадьевна, вот у меня теща храпит, это что-то страшное. Она рычит, как пантера, аж стекла трясутся. Так вот, после нее я злой и не выспавшийся по облавам бегаю. Но после такого горя какие уж могут быть неприятности? Дело в том, что вы опять не понимаете. Mm-hmm. Теща ваша не храпит, она вздыхает. Mm-hmm. Она просто не знает, что вам в кастрюльку положить. Зоя Аркадьевна, это что такое? Вознаграждение. Уберите от греха, а? Пожалуйста. Товарищ майор, там в подвале целый пошивочный цех. Лейбы клеят, клепки ставят. Так, Жека, держи их, чтобы они не рыпались. Mm-hmm. Ну что, Зоя Аркадьевна, собирайтесь. Куда? Как куда? За стены куда? Товарищ Дульдер, с вашей принципиальностью и нынешней дороговизной вам скоро на пульте не хватит не то, чтобы жену трусковец свозить. Ну? Ой, майонез, убери ноги свои. Это не мои, это Лешего. Как будто мне одному это надо. Если вам это не вперлось, тогда мне вообще пофиг. Вы меня извините, маэстро, что я вас отвлекаю, но вы в следующий раз предупреждайте о своих планах. Да ему уехать нужно было срочно. Ага, понятно. Ну тогда отдыхайте, вперед. Тём, да ладно, чё ты кипятишься, а? Ну правда. Хотите правду? Хотите? Честно? Вы меня достали. Я ради вас, извините, ради нас, кручусь, как подорванный. Вы как-то все несерьезно. Тём! Ты знаешь что, Паша, а ты вообще... Не при Бэмби будет сказано. Тёмыч, ну короче, ну я все осознал. Ну что ты, а? Все, я серьезно. Да я тоже серьезно. Кроме шуток, все, ребята, я здесь. С вами. Кому еще не видно, что я здесь? Я вообще вчера с горячими сердцами сыграл. Что? Что ты врешь, а, Паш? Слушайте, я не шучу. Еще момент. Я там с Дяхоном с одним познакомился. Он в Московской филармонии главный администратор. Да ладно. Прохладно. Обещал на концерт Флойдов сводить. Опа! Флойды! Они приезжают? Зимой привозят. Угу. А Deep Purple? Что? Группа Deep Purple. Он не привозит? У Буза катай. Ну, чего дальше-то? Так, главное, чтобы он наши темы услышал. Угу. Если он нами займется, ребята, это вообще ушак. Что мы ему покажем? Ну, что-нибудь да покажем. Мы когда выступаем? На конкурсе выступаем. Только выступаем, это громко сказано, потому что у нас есть одна композиция, и то без нормальной аранжировки. Паша. Тёмыч, все будет. Вот что ты кипишуешь, а? Я не кипишую. Когда будет, Паша, когда? Па, секи, этот, Рудаков притопал. А кто это? О, Анастас Каштаянц. Советский Союз. Thank you.
Там еще долго играть. Ну ты даешь, Ара, блин! У меня аж мурашки. Это ты ж не слышал, как он кирпич пилит? Там вообще звук хуже, чем у зубного. А аккомпанировать можешь? Да, конечно, может. Без Б. Видишь, без Б. Точно, без Б. Пацаны, я понял, без Б. Что без Б? Что, название группы без Б. Зыгинский без Б. Подожди, почему без Б? Что значит без Б? Да, Тёмыч, блин, ну это все значит без Б. Без базара, без берегов, без барьеров. Без башни. Да. Без балды. Без брехни. Без баб. Без бзды. Пацаны, приколитесь, без бзды. Без бабок. Тёмыч, отличное название. Ну что, тебе не нравится? Без Б, без Б. Не, нормально, но если без бабок, то я точно не с вами. Ну что, без Б? Без Б. Решено! Без Б! Черт! Чуть ноги не оттяпал, придурок! Так где вы ходите? Я вам что, мальчик на шухере стоял? Да ура и не было, пришлось аж до Румына топать. А вы что, сами не могли заранее взять, а? На барбуде надо всегда запас иметь. Вот вам надо, вы и имеете. А вам не надо. А мне не надо, я бросил. До полдевятого. Удачу, удачу гоните. Туз был с Манелой. Да. Ну, друзья, десятку у нас, десятку мы. Расчехляйтесь, граждане. Где? Шо? Хлопцы расстроились. Да и я тоже. Так лоха жалеть, только портить. А что ты злой такой? Кто я? Да ты что, не. Я добрый. Ты мне всю игру поломал. Я думал, мы с тобой на пару, а ты давай крошить всех без разбору. Миша, Клабр, не Олимпиада 80. Здесь главное что? Победа, а не участие. Видите, я поговорить хотел. Теперь не знаю. Или можно? Да пойми ты, мы же никого не типаем. Все тихо, благородно. Вон, людям штаны шьем, всякое разное. Кому плохо? А ты за неделю уже вторую точку закрыл. Зачем? Для чего? Чарли! Что? Что это за Третьяковская галерея? Это пугало, Миш. Чтоб стороной обходили. Слышь ты, Рембрандт, давай посыдумаем. Ты ж меня знаешь. У меня порядок. Мои он лишнего не босячит. Это что ж получится? Я буду лавы вкладывать, а ты нас хлопать, да? Кому это надо? Я там слышал, у тебя теща за стеной храпит со всей силы. Мы помогли.
Маму не трогайте. Доведет, я ее сам кончу. Да я серьезно, Вить. Поможем. Возьмешь кооператив, хоть четырехкомнатный. Загонишь ее в дальний закуток, пусть храпит от вольной масти. Добрый вы, дядя Миша. Может, мне к вам на полставки устроиться? Что ж ты такой нарванный, Вить? Я ж по-хорошему. А ты кусаешься так, как будто тебе баба не дала. Здесь ты прав, не дала. Прикинь, мне такому красивому, а не дала. А если мне не подмахивают, что же я буду вам-то подмахивать, граждане, жулики, бандиты? Да погоди, Витя. Давай так, ты сейчас домой, разговор на потом оставим. Все, Миша, не будет никакого потом. Трудно теперь жить будем, граждане, очень трудно. Согласно социалистической законности, никакой лирики, Миша. Вас иметь буду. Больше ж никого. Аривидерчи. Вить, да... аккуратно там хоть на поворотах. Я знаю, точно знаю, этот ветер, эти волны, эти чайки орут за спиной. Я вижу по проверенным приметам, это точно. Нам не сносить головы, такого еще никогда не бывало со мной. Но это начнется сейчас, это случится, увы. А ну кыш отсюда, мелочь пузатая! Сократить расстояние. Полюбуемся на этот великолепный... Мое почтение, Лёлик. Mm-hmm. Это я, Миша Цыкель. Mm-hmm. Ну шо, как вы тут? Mm-hmm. Скажу всем, что до вас забегал. Какой вы красавец. Mm-hmm. Антилопа старается уйти. Mm-hmm. Все, я... Это я ухожу. Правда, очень неудобно. Здоровечка вам. Поправляйтесь. Скорость. Еще один поворот, и гепард устал. На этот раз жизнь антилопы спасена. Можно продолжить. Ну что, кушать будем? На просторах африканской зоны. Да. Сиделку к нему подогнал. Аж глядеть боя. Или она вас на пару смотрит? Так что, если это правда, что Лерка его братанула, то на твою неприкосновенность великобританскую теперь тьфу растереть. Жди по рогам, Жора. Он от разбитого сердца дурагу нить начал. Текайте все. Самое главное, он же слов не понимает. Злой же рычит. Оно мне надо. И никому не надо. А может, тебе надо? Ну тогда бери билет в мягкий и в коме АССР своим ходом. А то в жестком повезут. Поговори с девочкой, Жора. Мужчину нужно поправить. А то совсем испортится. И шо, убивать его тогда? А у него же дети. Он пацан растет и доченька. Куда? Георгий Леонидович, я на привоз бегаю за синенькими на экран хотел. Деньги есть? Вы ж давали, там много еще. А приду побрею его, а то уже зарос. Что дает жизни? Капризничает.
Алексей Григорьевич, можем начать. Да, Артем Николаевич, начинайте, прошу вас. Номер первый. Людмила Хрименко, 19 лет. Студентка третьего курса Института инженеров морского транспорта. Финалистка межвузовской математической олимпиады. Любимое увлечение Людмилы – чтение классической литературы, художественная фотография и спортивные танцы. Номер два. Ирина Зайцева. Лара, блин, ты не мог нормально прикинуться. Ты бы же комсомольский значок нацепил. Я ж не член. Кто ты? Мозг? Не понял. Ну, вырядился как на похороны. Какие похороны? Бах. Ну, скажи ему, пусть хотя бы пиджак снимет. Номер три. Марина Росси. 29 лет. Художница. Выпускница Одесского художественного училища имени Митрофана Грекова. Автор знаменитой картины «Трубачи. Первый год». Мечта Марины. Мечта Марины создать монументальное полотно, в котором она может отразить все достижения жителей Одессы и красоту нашего неповторимого города. Номер четыре. Светлана Ковальчук. Достаточно, Артем Николаевич. Все ясно, товарищ. А что, разве обязательно в купальниках? А как по-другому? В Москве проходит конкурс красоты, и, вы знаете, все тоже, все в купальниках. Ну, не знаю, ну, может быть, как-то немножко сдержаннее. Ну, может быть, костюмы какие-то брючные, легкие, не знаю. Ну, чтобы подчеркнуть фигуру. Что о нас подумают? Что мы ретрограды? А так что о нас подумают? Скажу, что у нас бордель? Тихо, спокойно, товарищи. Валентина Ивановна, будем шагать в ногу со временем. Да разве я против шагать? Но разве обязательно шагать в неглиже? Ну, если дали добро. Артем, давайте дальше. Ага. Так, девочки, все молодцы, все хорошо. Давайте отдыхайте на сегодня. Всем спасибо, готовимся. Бэмби, майонез, вы что делаете? Давайте, 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 давайте. Ну что, понеслась? Паш, давай. Ну что? БСБ врежет рок! Давайте так, играем спокойно, не выпендриваться. Понял, майонез? Да ладно, я понял. Давай, 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 давай. Паша, пойдем, пойдем, пойдем. Подожди, я не могу. Что? Почему? Тёмыч, ну, я серьезно, слушай, я не буду. Ты что, обалдел, что ли? Я с ними соглашение не подписал еще. Паша, не поднимай мне сахар, понял? Работаем. Так, давайте, приготовимся. Алексей Григорьевич, можем начинать? Да, пожалуйста. Ага. Начали! Димыч. Что? Чего? Так надо. Пах, ты чего? Что там, Стас? Зажжем? Ага. Вокально-инструментальный ансамбль «Бизбэ». Композиция «Найти тебя». Ну, что мы можем показать вот это молодежи?
Ну ладно, конкурс я еще могу допустить. Ну, Алексей Григорьевич, я категорически. Валентина Ивановна, а что вам не нравится? Внешний вид. Вы посмотрите, посмотрите, какой у них внешний вид, а? Ну, у вас же тоже есть глаза, в конце концов. Можно же было одеться вот как этот товарищ. Вот видите, молодой человек. Выглядит прилично. В галстуке, в рубашке, в пузычке. А вот эти все? А вот это у нас что? Вот это у нас что такое? Это у нас что, махновщина, что ли? А вот этот молодой человек. А вы почему в темных очках? У нас что, здесь солнце? А зачем вам эта шелма? Валентина Ивановна, у нас будут сценические костюмы. Так, это замечательно. А музыка у вас? Музыка, вы слышали музыку? Она же у вас нудная, монотонная. А слова ваши? Какие слова? Припев. Да. Найти тебя. Найти тебя. Найти тебя. Найти тебя. Найти тебя. Ну, замечательные слова. Ну, что это? Валентина Ивановна, это песня о любви. Это баллада о любви. Так это все слова. Артем, ну, как слова? Это о том, как человек ищет свою любовь. Валентина Ивановна. Ну, вот пусть товарищ певец расскажет нам, про что эта песня. Расскажите нам, о чем вы поете? Это невозможно объяснить. Почему? Потому что это песня. Она либо прошибает, либо нет. Что делает? Прошибает? Это как? Он имел в виду проникает. Проникает. Валентина Ивановна. Так, Алексей Григорьевич. Лично я представить не могу, чтобы это звучало у нас на конкурсе красоты. Валентина Ивановна, вы поймите, что у нас широкий репертуар. Мы можем играть это, можем играть другое. Главное – договориться. Если мы договоримся, то все будет хорошо. Скажите, у вас есть что-нибудь в репертуаре позитивное, жизнеутверждающее? Ну, конечно. Конечно, есть. Пожалуйста. Товарищи музыканты, давайте сыграем что-нибудь жизнеутверждающее. Без Б. Без чего? Без Б. Без Б значит без болтовни, без бездельников, без берегов. Играйте. Давай. Мы бунтари, и мы умрем, сражаясь за свободу духа. Ведь это все, чем мы живем, жить ради остального глупо. Купаясь в собственном дерьме, скупая жизнь, считая дни, наше стремление быть в огне. Мы бунтари. Хорош, придурок. Чё придурок-то? Спасибо, родной. Ты мне скажи, нафига ты бунтарей врубил? Ты не мог сказать, что мы подумаем, будем работать? Слушай, все равно бы зарезали. Да я бы уболтал бы их и крысу, и ты Кравченко. Ты у нас такой, принципиальный. И что делать? Ничего, ничего. Вы моя кадровая ошибка. Тём, ну а концерт? Бэмби, какой концерт? Все, с комсомольским приветом. А за это, брат, тебе отдельное спасибо. Слушай, да пошли они все, ну шел ты сам. Все,
Придумаем что-нибудь. Ладно, что мы придумаем? Стас, ты куда? Домой. Работать надо. Лёля когда-то говорил, я моложе тебя был. Говорил, в нашем деле веры нет никому. Особенно тем, кто близко. Чужой кинет. К этому ты более-менее готов. Здрасте. Да. А вот свой, близкий, это вот всегда врасплох. Жора, а ты о чем? Это я о жизни. Каждый живет свою жизнь. У каждого найдутся причины кинуть. У кого ненависть, у кого жадность, у кого любовь. Наш майор с цепи сорвался. Слыхал? Тоже живой человек. Можно понять. Так, ребята, проходим за мной. Проходим, не растягиваемся. Вот сюда. Становимся в полукруг. За папу. О, за маму. Ты что, маму не любишь? Ага. За бабушку. Ей будет приятно. Да, а потом за деда, а потом за бабу Асю. А ты что себе думаешь? Виктор Валентинович, здравствуйте. Вы его совсем загоняли. Ничего, он у нас мужчина крепкий. Давай до мамки. Привет. Здравствуйте. Что за дешевые номера? Я узнала, что ты скучаешь. Вот, пришла. Ну, я тебя слушаю. Вить, давай поженимся. Мама! Давай сейчас Рите скажем, что мы решили пожениться. А я тебе ребеночка рожу. А Игорек с Ирочкой будет по выходным к нам приезжать. Смело. А ты как хотел? Ну, так что? Пошли. Стоять! Я так и знала. Витя, ты что, меня бросаешь? Скажи. Ладно, ты не думай, я скандалить не буду. Конечно, что людям жизнь портит? Что? Да я говорю, что толку, если я твоей жене про нас расскажу? Ты же ее все равно не бросишь. Ты ее любишь. И детей своих тоже любишь. А я так. Ладно. Не волнуйся. Я как-нибудь переживу. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Рита. Извините, пожалуйста, что я вашего товарища майора в выходной день отвлекла. Всего доброго. До свидания. С работы? Да так, сотрудница. До понедельника не могла подождать? Не, не могла. Она сейчас операцию с риском для жизни провернула. И как, справилась? С блеском. Ну, что ты собираешься делать? Не знаю. В рейс пойду. Заяву на увольнение я же еще не подал. Я бы не ходил. Здрасте. Ты же говорил, что музыкантом хочешь стать. Что для тебя самое главное, все такое. Бать. Что, бать? Я всегда делал то, что хотел. Несмотря на что там, как, какие трудности. Решил стать моряком. Стал им.
Ржешь? Я ж не знал, что у меня нутро, кажется, так на качку реагирует. Даже на малую. Я ж до сих пор жалею, что со флота ушел. Да не то, чтобы жалел. Так. Вон красота-то какая. А море вон оно, рядом. Я считаю, если что решил, то бейся. Толпись. Согласен? Согласен. Красивая. Идем по прямой. Коленочки практически не сгибай. Улыбнулась. Покорила. Ну, выходить-то умеете. Мы так и делали. Раз, два. Ну, так, моя дорогая. Ты можешь только на дельфине клиентов озабоченных сшибать. А лучше-то встань, да посмотри. О, здорово. Привет. Артем не видел? Нет. Сейчас каждая по очереди пройдет, а ты посмотришь. Извините, а Артема где найти? Артем Николаевич, у осветителей наверху. Ага. Минуточку, гражданка. Артем! Ты куда полезла? Не, она так и лука объелась. Артем! Привет! Девушка! Я Лера, надо поговорить. Артем Николаевич! Ну, знаете, не ДК, а проходной двор какой-то. У нас же процесс! Надежда, все в порядке, это ко мне. Проходи, там с левой стороны лестницы, подымайся. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Так, все, успокоились, цирка кончилась. Шмелева, тебе что? Особое приглашение. И сколько стоит первое место? Продолжаем. В смысле? Продолжаем работать. Так, стало. Ну, сколько стоит стать звездой Одессы? Да нисколько, комиссия решает. Все по-честному. Да ладно. А что так без навара? Ну, а как тут наваришься? Ну, не знаю, по-разному можно. И сколько здесь? 20? 21. Ну, тем более. У каждой папик или мэн крутой. Скажи каждой, что решишь. 1000 за 3 из жюри. По-божески. А? Ну, все же не выиграют. Тем более комиссия решает, с ними сложно договориться, там половина из райкома. А что ты теряешься? Нафиг вообще с ними договариваться? Одна же выиграет точно? А остальным вернешь деньги, мол, типа так и так не получилось. А треть штуки точно твои. Молодец. Нормально. А Паша где? Не знаю, где тот Паша. Мы с ним поцапались в курсе. Слышал в общих чертах. Помоги помириться. Каким образом? Не знаю, вы же друзья. Ну, поговори с ним. Так. Света, а ты чего? Голубей считаешь? Давай-ка на подиум, вперед. Покажи, как ты ходишь. Ну? Не туда смотришь. Вперед смотри. Зал там. Впереди. Ну, пошла. Скажи честно. Зачем он тебе? Нужен. Так. И виляй бедрами. Да он злой, гордый. Вот. Правильно. Сорвал выступление. Нагрубил комиссии, во главе которой Кравченко. И все, кирдык. Нет, ни группы, ни концерта. Подожди, Кравченко, это который из обкома? Алексей Григорьевич? Угу. Да?
Ну, концерт будет. Так что готовьтесь, Артем Николаевич. Да ладно. Обещаю. Обещают, что 3 года ждут. Салют! Дядь Лёнь, давайте поднимайтесь, продолжаем работать.